вот строящиеся дома, да? Вот и строящиеся. Три, да, дома? Да, вот это дом номер один. Это дом номер два. Это дом номер три. Это дом. В Туле вот выпускают сейчас такие перекрытки, их любо-дорого монтируют. Вы знаете, да. Какая ровность? Мы вообще здесь площадка у нас почти 70 тысяч метров. Вот в первую очередь это строительство 5 первых домов, 400 квартир, 389 квартир, 20 тысяч метров. Соответственно, по мере развития площадки мы заинтересованы каждый год покупать еще по 300 квартир для детей-сирот. Мы приняли решение, что это будет обязательно новострой. У нас программа только этого года. 5,5 тысяч человек мы должны переселить. Только этого года. А всего почти 17 тысяч. А 3 года, я думаю, мы эту площадку освоим. И под мере освоения площадки, конечно, всю социалку сюда будем подтаскивать. Это центр конституционной поддержки населения. Вот как раз цифровой мультиплекс на экран. У нас сколько сейчас? 9 работает, да? 10 каналов. Нет, телевизионных. 9 пока. Да? 10 же свободно пока? Нет, все занято. И 3 радиоканала. Ну, аналоги перемещения не радиоканалы. Есть непредвиденные. Первое. Все-таки хочу напомнить, что стадион не является собственностью ни муниципального образования города Тулы, соответственно, не является собственностью и Тульской области тоже. То есть это частная собственность. Поэтому деньги, которые мы можем сюда направлять, это только деньги наших коллег, спонсоров. И, соответственно, бюджетных средств мы пока направлять сюда не можем. Первый – это вопрос того, что необходимо заменить табло. Мы заменим табло. Второе – это четкое зонирование. То есть зонирование четкое у нас произошло, и уже на сегодняшний день идет реализация абонементов. Уже больше 1000 абонементов. Так, да, Андрей? Уже 2500. 2500 абонементов уже туликами куплены. То есть это, прежде всего, фанатский сектор, на который доступ будет только по абонементам. То есть это вопросы, связанные с безопасностью. Соответственно, идет ремонт зон, который мы обязаны тоже обеспечить. Это так называемые VIP-зоны, куда могут приезжать, соответственно, VIP-персоны. Это тоже требования стандартные УЕФА и требования премьер-лиги. Второе направление – это вопросы внешней безопасности, внешнего круга. Соответственно, все необходимые мероприятия по этой работе тоже ведутся. Будет контроль доступа организован электронный, будут электронные билеты. То есть здесь мы полностью, так сказать, должны ко всем этим позициям успеть. По поводу строительства вот этого элитарного ледового дворца с парковкой в Рогожинском парке на Красном Перекопе, мнение жителей разделилось. Содержание ледового сооружение дело не дешевое. Значит, в год примерно стоит около 30 миллионов рублей. 30 миллионов рублей. Для того, чтобы эти 30 миллионов рублей возвратить, соответственно, для этого делится время. Время для бесплатно для наших с вами ребят, детей, которые будут заниматься бесплатно, и время, соответственно, для тех ребят, которые хотели бы заниматься хоккеем и играть, соответственно, в хоккей. Поэтому за счет вот совмещения вот бесплатных и платного времени позволяет, во-первых, иметь самоокупаемость и не вкладывать деньги дополнительные из бюджета муниципального образования. А второе, соответственно, мы можем тренировать наших ребятишек. Вот два бассейна, которые мы построили, педагогический университет и соответственно, политех, они у нас по 40% времени бесплатно предоставляют инвалидам, детишкам и так далее. Остальное время это платные занятия. Они там еще 20% на своих студентов, а остальное платно. И у них, в принципе, денег хватает на содержание этих учебных, в смысле, спортивных заведений. Поэтому ни о каком элитарном строительстве ледового дворца речи не идет. Речь идет о том, что будет построен нормальный лед, куда смогут приходить. Да. Ребятишки, которые будут обязательно там заниматься, прежде всего ваши ребятишки, да, то есть ребят, которые проживают в центральном районе. Вот, но нам нужно иметь в том числе и свою команду, детскую хотя бы команду хоккейную, но это смех, город не имеет хоккейной команды. Ну, просто реально смешно. Поэтому никаком элитарном строительстве речи не идет. А все остальные сооружения, которые будут на территории парка будущего размещены, они все, конечно, будут бесплатны. Можно ли вынести этот ледовый дворец с территории вот этих
планируем. Валентин Васильевич, когда вы живете в мегаполисе, а Тула на сегодняшний день является большим городом, то, конечно, есть определенные плюсы и минусы. Но когда есть совершенно очевидная вещь, что делается правильное, благое дело, но вам это по какой-то причине не нравится, ну, слушайте, ну, что могу вам посоветовать?